Добрый день. Здравствуйте всем. Вот посмотрите, сейчас у нас к показу готов вот этот очень интересный ресивер. Это Nikka, модель 701. Вот. На передней панели написано 701, ну, позиционируется, пишут. Это модель для Европы на 220 вольт. Потом, когда я буду выставлять, вам покажу целую банку конденсаторов. Пришлось поменять практически все, больше 40 штук. Но не только потому, что там высохли, или некоторые думают, что падает емкость. Емкость иногда растет. Но это значит, что источается диэлектрик, и если у вас питание, допустим, на этом плече 35 вольт, а конденсатор 50, то он уже не 50, а мы ближе уже к 30, и у него может быть пробой. А пробой — это значит, хорошо, если он будет в обрыве после пробоя, а если он будет пробит и будет постоянку проводить, то может выйти из строя полупроводники и конечные транзисторы. Вот. Но, правда, этой модели это не грозит, потому что у этой модели трансформаторная межкаскадная связь между конечным каскадом, что очень интересно и редкое такое явление для таких усилителей. Но, как я сказал, это более ранняя модель. Звук у нее очень приближен к ламповым моделям этой фирмы Nikka. Вот. И сейчас мы просто его послушаем. Тембры у нас все в нулях, все стоят громко, где-то часов на 10. Послушаем. Сейчас компакт-диск будет играть Alan Broadband. Thank you.
Ну, на этом с компактом закончили. Прямо я получил очень большое удовольствие. Сейчас мы с вами переключимся на... Просто посмотрим, как работает тюнер. Это вот у нас сейчас. Радио Эрмитаж. Get yourself another fool. Вот у нас, если обмоченок отключаем, то будет чувствительность. Вот эта проблема... Эту ситуацию... Сейчас, конечно, давай! Вот. Но звук у него очень хороший, это так мягко выражаясь, действительно очень интересный и естественный, музыкальный, и замечательный вообще с низами у него, они не размазанные, красивые, натуральные, такие вот, нету ни преувеличения, ни затухания, ни преуменьшения. Может, конечно, это сочетание с акустикой, кстати, акустика сейчас к нему подключена, это Heka Superior 600. Они у меня выставлены, в принципе, вот, но они тут все равно не видно, они далеко стоят, справа-слева. Смысла их показывать нету, но если просто посмотреть параметры или еще, можете посмотреть. Ну, на этом все. Главное, не путайте аппарат 701 первой генерации и 701 второй генерации. У них, вот, ну, если внешне, можно отличить первой генерации, самый первый 67-го, он шел с цветной. Такой вот вставкой в передней панели на алюминиевой. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания и до новых встреч. До новых просмотров, что-то интересного. Надеюсь, что-то будет.